Всем привет! Сегодня мы будем готовить грибную паштиду или запеканку. Для этого нам понадобится одна большая луковица, две баночки грибов. Мой лучок уже жарится. Сейчас я туда добавлю грибы. А отдельно мы будем смешивать тесто для этого. Для этого нам понадобится 4 яйца, чуть соли, чуть сахара по вкусу, баночка сметаны 200 грамм, и баночка майонеза, такая же, маленькая. 7 ложек муки, 1 пакетик разрыхлителя. И все. И смешать на тесто. Начнем. Вот мой лук уже жарится. Каждый жарит до той консистенции золотистости, какая ему больше нравится. Я люблю более позолоченный лучок. Вот. И как только он у меня будет готов, я добавлю сюда 2 баночки нарезанных грибов. Вот я добавила грибы уже. И опять жарю их до той консистенции, которая мне нравится, из которой любят более зажаренные, менее зажаренные. Я люблю очень зажаренные грибы, поэтому им дам немножечко поджариться, и потом я еще их посолю и поперчу по вкусу. Добавляйте любые специи, которые вам нравятся. Вот грибочки уже готовы, и приступаем теперь к замесу теста. Но до этого включаем духовку на 180 градусов, и пока мы смешаем тесто, оно как раз согреется. Начинаем тесто. Вот я разбила 4 яйца. Смешаем их просто вилочкой. Кто хочет венчика, кому как нравится. Добавляем сюда щепотку соли, щепотку сахара. Я надеюсь, вы не забыли посолить и поперчить по вкусу ваши грибочки. И потом начинаем добавлять сметану и майонез. Вот нам нужна маленькая баночка сметаны 200 грамм, но так у меня нету баночки, у меня только через пол-литра. Так я вот буду добавлять вот таким вот пластмассовым одноразовым стаканчиком. Значит, добавляем сметану и столько же майонеза. Вот теперь я добавляю точно такой же стаканчик майонеза. Сейчас я это все размешаю. Вы можете положить даже майонез легкий. Если кто-то хочет более диетическое, может быть, замените чем-то майонез. Как кому нравится. И сейчас я это все размешаю и добавлю 7 столовых ложек муки и пакетик разрыхлителя. Вот моя мука и мой разрыхлитель. Я начинаю это все размешивать. Он должен быть такой консистенции густой сметаны. Вот тесто готово. Видите, оно даже немножко на секунду отвернулось. Оно уже как бы набухло, уже готово. Значит, теперь 2 варианта. Мы выливаем в противень тесто. 2 варианта у нас. Значит, мы берем грибы, выбрасываем в это тесто, перемешиваем, выливаем в противень и печем. Или вариант второй, то, что я люблю, выливаем половину теста, потом грибы, сверху еще половинку теста. Это к тому, что если есть дети, которые не любят кушать грибы, тогда они будут кушать верхний слой запеканки и нижний слой взрослые. А если он будет перемешку, то им придется сидеть там и выковыривать, потому что не все это очень любят. Ну, начинаем прослаивать. Вот так вот это выглядит. Небольшая такая дечка. Я вылила половину теста, сверху грибы. Вы можете также использовать и другие овощи. И сейчас я заливаю второй половиной теста. Вот так вот это выглядит, когда сверху залила тестом. Теперь я отправляю это в духовку на 180 градусов 40 минут. Смотрите по своей духовке, когда она станет таким золотистым и зубочистка не будет прилипать. Готово! Вот так она выглядит после 40 минут в духовке. А вот те, кто любит более светлую, значит, держите ее чуть меньше. Сейчас мы разрежем ее. Вот так вот выглядит наша паштида, запеканка в запеченном виде. Как видите, вот она двухслойная, трех даже вот так. Очень приятно, выходит с формочки очень удобно. Ничего не прилипает, так как там достаточно было жира. Всем приятного аппетита, до новых встреч!